Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжайте играть в Принца Персии, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, а мы, в принципе, погнали. Так, сейчас я засеку время. Это где-то так, так. Так. А почему? Может, я что-то не так делаю? А ну-ка, подожди-ка. Ты серьезно, блядь? Ты с такого мелкого расстояния сдох? Заебись, чё, блядь, принц? Ты меня вообще, блядь, поражаешь. Да в смысле, блядь? Заебись логика, блядь. Один раз тупанули, блядь, уже все. Блядь, камера еще неудобная. Просто обосраться, блядь. Ну... Отлично. Хотя бы так. О, ты ждала здесь все это время? А я просто не понял, что ты имел в виду эту ванну. Я думал о другой ванне, о той, что находится на другой стороне города. Я хорошо искупался и смазал волосы благовониями. Как жаль, что тебя там не было. Да хватит говорить сама с собой. Да блин. Так, по-моему, нам вниз. Иди вниз. Надо уже принца добивать. Блять, в смысле? А, подожди. Я все правильно, да, сделал? Да. Можешь просто... Водопад, водопад. Так, это значит, ну да. Так, ну сюда, наверное, да? Ну да. Да. Тун-тун-тун-тун. Так. И, по-моему, спускаться нет смысла. Так, я не помню, это что получилось, в обратную сторону, что ли? Ну да. Походу я так и думал. Так, стоп. Воу. А, ну хотя бы так. Да ёпарасоте. Иногда тут камера такая, что просто... Просто обосраться. Идите нафиг, летучие крысы. Да, летучие крысы, да. Так. Буду их называть летучие крысы, монах. Так, подожди, а куда дальше? По-моему, вот сюда, да? Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. А, ну я знаю, что тут просто оттолкнуться можно. Тыщ ты! Крыси, монах. Дали. Все. Ты посмотри, под конец вы решили меня отыметь. Я вас отымею, крысы, блин. Игра, блядь. А, в смысле, блядь? А куда, блядь? Просто так? Ну да, просто так. Ту-ту-ту-ту. Нифига себе. А, ну точка сохранения. Уже есть. Так. Да ёбарас это. Так, блин. Тан-да-дан-да-дан. Сейчас видение, да? Ну да. Как я и думал. Видение, убить привидение, да?
занимаетесь вторым сохранением. Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Я не сомневаюсь, что ты начнешь историю здесь отсюда в следующий раз. Так. А, нам в пещеру, по-моему, да? Ну, обычный вид, в принципе. Но все равно. Симпатично. Так. Бьем Ирушину Тушин. Точно сюда? Чую? Оу, май гад, они же разрушаться будут на 100%. Оу, щит. Оу. Ну, конечно, все прекрасно понимал. Ну, не до такой, конечно, степени. Ну, да ладно. А чё, подожди, наверху что-то есть или нет? То такие уступы меня иногда смущают. Ну, да что-то есть в этих уступах. А, ничего не вижу. О-хо-хо. Так, а чё тут внизу? Опять уступы. Блин, вот еще я не докоснулся до этих уступов, они уже разрушаются. Нормально, да? Подожди. А, ну если только так. Блядь, съебитесь. Крыс. Да ёб твою мать. Ну. Сваливайте. Песчаные твари. Принц. Давай ты уберешь свою штучку-оружку. Так, по-моему, сюда, да? О май гад. Я, походу, понял. Тут, короче, нужно отталкиваться. Стоп, а куда? Блять. Вот это пиздец. Вот это неждан. Воу. Вот это пиздец. Воу. Ебать. Ну, это пока что просто было. А вот дальше... Ой, пиздец. Просто пиздец. Воу. Оу, щет. Оу, щет. Мне бы успеть. Реально, мне бы просто успеть. Пощадите мою заду. Заду мою пощадите. Фух, блин. Ну, хотя бы отсюда. И то радует. Ебать. Нихуя тут головоломок. Просто обосраться. Водопад. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так, подожди, а? Вот вопрос. Куда дальше тёпать? Блять! Тут проблема в чем заключается? Ты должен, во-первых... В смысле, блять? Подожди. Тут, во-первых, камера неправильно поворачивается. Вот. Камера неправильно поворачивается. И нужно успеть очень быстро. Так, оно не раз... Чё такое? Какой-то тут подвох. Наверное. А может и нет. Ебать, тут ходовочка на ходу. Вниз, просто банально вниз, серьезно? На-на-на-на-на. Так, подожди. Так, тут тупик, да? Так. Я сказал вам, свалите. Насекомыша, блядь. На-на-на-на-на. Так, подожди, а наверху что-то есть? Или нет?
Да ёбаный в рот, что происходит? Со светом какой-то пиздец происходит, отвечаю. Мне это не очень нравится, потому что нас вообще не предупреждают о том, когда вырубают ёбаное, блядь, электричество. Это вообще полный пиздец. Это полный пиздец просто, блядь. Вот единственное, что меня бесит... Но это не салатик. Так, подожди-ка. Отсылка, блядь. Съебитесь, блядь. Крысы. Так, то есть я... Блядь, я проеб... Серьезно, я песок проебал? Да ну нахер. Как я мог его проебать, вопрос. А чё, он наверху, что ли? А как я должен был до него добраться, вопрос? До песка. Блин, ну я даже не знаю, собирать песок или нет. Можно, конечно, все так оставить, в принципе. Там ради одного песка. Вроде как. Так, подожди-ка. Ну, сохранение было, в принципе. Можно дозаписать, а там уже дальше... Вау. Неплохое место. Мне прям графон. Ой, я помню, тут будет очень плотно добраться, по-моему, до этого места. По-моему, да. Блин, ну принца я тут вообще не помню. Какие тут моменты. О, опять песок. Ну, можно этот песок, в принципе, собрать. Тот не обязательно. В принципе. Но местечко реально красивое. Так. Подожди. Он вообще... Чё ты пиздишь? Подожди, по краю. Ну. Да, блядь, я знаю. Слушай, я настолько... Ебать. Ты даун, вот честно, блядь, принц. А, вопрос, куда прыгать-то? Не, подожди. Ну что, ты повернуть-то ты можешь, нет? Вот, подожди-ка. Поскачайся. Еще и ловушки, капец, ящик. Да. Серия прям насыщенностью так и блещет, да? Я скажу. На. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так, мне нужно перезаписать, как она там называется, до сохранения. Так, подожди. Просто я сейчас хочу кое-что добавить в комментарии. Сейчас. Пещера лестниц? А. Подземный резервуар, да? Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Просто если свет вырубят, короче, да? Ну ты понял, короче. Вот. Придется приостановить стрим и начать уже в следующий раз, потому что, ну вы сами понимаете, у меня нету запасного источника энергии. Вот, кстати, это единственный минус всех стримеров, если свет вырубят, и у тебя нету, ну реально этого, как его, дополнительного источника питания, там, знаете, какой-то резервный генератор. Вы знаете, люди, которые резервный генератор, красавчики. Это как, знаете, в больницах, когда свет вырубают. У них есть резервный генератор в больнице, чтобы
был кислород у больных людей. Хотя бы в этом кое-кто преуспел. Так, подожди, а... Там, то есть, тупик? Мы вообще, что ли, не это... Да, господи, блядь, убери оружие, не нужно мне ни с кем сражаться. Я просто хочу понять, куда мне идти. Так, ну если бы мы пошли туда, мы бы не смогли забраться, потому что я так понимаю, что там тупик. Ага, раскачаться можно на ведрах, да? Двухсмысленно звучало раскачаться на ведрах. Да, ну да ладно. Так, по-моему, нам надо... Вот и друг... Вот и наши друзья прибыли, да? Ту-ду-ту-ду-ту-ду. Вот, кстати, когда их трое остаются, они это... Такие... Нас трое осталось, мы втроем сражаться не будем. Короче, знаете, режим этого... Гопников. Чем больше народа, тем они сражаются. Чё, блядь, серьезно? И как мне... я понял, короче. Или не понял. Или понял. Или не понял. Стоп. Я что-то сейчас ничего не просыкаю. Подожди. Ага, наверх он не может забраться. Заебись. Подожди. И что делать? Как быть? Как в этой истории победить? Блять. Ну да. Довольно непростая головоломка. Тут реально, наверное, по ней придется попариться. Так, подожди-ка. Мы не допрыгнем никак, да, до того места? И не допрыгнет, кстати, наверх. Так, подожди. А как тогда? Подожди. Какой же, сука, невнимательный. Наверх надо, блядь, было. Так, ну... Повернуться к веревке. Ну да, если там вообще тупики, то значит... Подожди, Да куда ты, блядь, принц? Поверни свою жопу, заебал. Давай. Раз. Два. Я не пойму, в какую сторону. Нет, все-таки в эту, да? Ладно, давайте в эту поебашим. Сука. Так, а я не понимаю, реально? Реально сюда топать? Блять. Да ёб твою мать. Блять. А надо было прыгать, вот, типа, как-то так, нет? Или я зря прыгнул, подожди. Вопрос, а нахуя я прыгнул сюда? Есть логика в моих действиях? Давай, перематывай, заебал. Ну! Давай, блядь! Ты серьезно? Пиздец. И что делать? Я что, в своих действиях проебался? Вы серьезно? Почему? Почему я в своих действиях проебался? Вопрос. Подожди, он вообще не хочет отталкиваться? Да подожди. Блядь, принц заебал, подожди. Да блядь. Да ладно. Серьезно, я полностью в этом месте того самого? Блять. Ты хочешь, чтобы я ушел, не закончив свою историю? Да тут проблема в другом. Блять. Просто пиздец, я походу проебался. И знатно проебался, походу. Подожди. Что-то я не понял нихуя.
А, вниз. Так, стоп. А почему? Или все правильно? Блин. Я просто не знаю, почему так получилось-то? Это моя карма просто игрока. Дает о себе знать. Не, вообще место довольно запутанное. Вот именно. Ну чё, еще давай, по одному разу. Ну. Все? Ну да, по трое, походу, они. Тут просто место запутанное в том плане, что ты не знаешь, куда тебе идти. То есть вроде бы... Вроде бы, да. Так, а может сразу сюда потопать или не вариант? Так, а где... Как песок забрать? Вопрос вообще. Вот мне просто интересно. Как тут потом песок забрать? Вот этот? Серьёзно? А как его забрать? Ага. Рядом с ящиком тут песковой. Короче, песковой, да. Капец. Мы вроде играем сколько? 17 минут? Почти. А тут такая хуетень. Так, блядь. Подожди, а сюда мы... Стоп, я обратно иду? Я уже, блядь, запутался. С этими... Блядь, я реально запутался, вы представляете? Да тут проблема в том, что они все похожи. Ты не знаешь, блядь, куда идти. Вот, вот, смотрите. Сюда. То есть... Да, принц, я тоже в ахуе, подожди. Блядь. Блядь, наверх, ёбаный рот. Вот какого хуя я... Пиздец, это муторно. Это, знаете, это не весело, это муторно, когда ты... Когда, да. Я веревку проебал. Ты прыгнешь? Ну, красавчик. Муторно, не знаешь, куда тебе прыгать. Тут проблема в том, что ты реально не знаешь, куда тебе прыгать. Вот, допустим, тут тупик. Да, тут тупик. И тут тупик. Нет, тут не тупик, ладно. Еще наверх? Серьезно? Походу только наверх, да? Стоп. Стоп, в смысле? А с хуя ли я обошел? Мне интересно знать. Блять, пиздец, логика. Мы просто сделали лишний поворот. Вы представляете, это пиздос какой-то. Лишний поворот. Ёбаный же ты в рот, да? Так, подожди, а... Вопрос, а нахуя сюда возвращаться-то? Блядь, в смысле? А чё за прикол? Нахуя туда идти? Ну, допустим. И чё это даст? О-о-о! Вот именно что это даст. О-о-о, мать твою. Так, подожди, тогда возвращайся назад. И давайте, наверное, попробуем вернуться. Блять, то... Блять. То окно нахуй откроешь, блять. Ну, блять, у нас жарко что-то, блять. То жарко, то холодно, ты определишься с погодой. Да, что-то с погодой в последнее время странности происходят. Вроде, блядь, и жарко, вроде, блядь, и холодно. Заебись, блядь, погода. Лишь бы не охуеть потом внезапно от мороза, блядь. Морозная свежесть. Потеряй свою девственность. Так, подожди, а... Не, нихуя. О, да, принц, мазафака, десять. Подожди. Блять, а куда?
Блядь, я уже по второму кругу ебашу сюда, вот честно. Чё за пиздец? Мне кажется, у меня первый раз больше было этих достижений, чем сейчас. Давайте наверх не будем спрыгивать, допустим, да? Окей, подожди-ка. Так. Окей. Стоп. Подожди, а куда оно показывает? А! Серьезно? Блять, логично было предположить. На другое ведро, короче, ебануть надо. Какой же, сука, я невнимательный, а? Так, подожди. А как теперь нам, допустим... Что-то мне кажется, он не допрыгнет до того места. Не, это не вариант, вообще не вариант. Не, он не допрыгнет 100%. Это надо, короче, рычаг какой-то двигать. И все, короче. Ебануться. Блять. Ой, ну, я так и знал, что... Да, блять, пересидим, короче. Гениально. Так, подожди, а как наверх обратно? Чё, реально ради песка мы передвигались? О, щет. Подожди. В смысле? А как наверх-то попасть? Чего, блядь? Серьезно, блядь? Оу. Оу, щет! Подожди-ка. Воу. Блять, быстрей. Фух, блять, чуть не попались. Нахуй. Так, подожди. А чё за рычаг? Блять, спрыгни, спрыгни, принц. Съебитесь. Летучие какашки. У меня какашки от твоей какашки. Так, подожди. Все? Вы по съебам даете? Нет, заебали уже, вот честно. Подожди. Угу. Так, подожди. Естественно. Так. А куда... Блять, а вот у меня вопрос, а как до туда добраться? Блять, ёбаные крысы. Все, блять, по съебам, давайте. Бесите. Бля, как же муторно вся эта движуха, а? Нам, наверное, сюда и надо, да? Нет? Да, подожди-ка. Серьезно, нам сюда и надо? Реально так вернуться с... вернуться сможем, нет? Ну, давайте проверим, чё. Или нет. Блин, такой громкий звук, сука, был. Серьезно, с другой стороны? Блять, подожди. А нам есть смысл реально здесь раскачиваться? Нет? А то мало ли. Блять. А не, по-моему, есть смысл. Блять, подожди. А то, что мы сейчас сюда прыгнем, мы... Это правильное решение будет, нет? Ну ладно. Так, подожди-ка. Или неправильное решение, стоп.
Подожди, а как тогда? Или просто сюда двинуть ящик? Блять, вопрос, а нахуя мы прыгали тогда? Если ящик можно двинуть. Считай, логики нихуя не понимаю вообще. Блять, уже вроде бы главу закончили, нет, блять? Главу назвать можно, блять, ёбаные эти. Канализационная хуйня, блять. Обосраться просто. А как тогда, вот, допустим, если... А если сюда подвинуть? Подожди. Блять, наконец-то, блять. До него дошло, что мне сюда нужно. Стоп, в смысле не сюда? А куда? А, стоп, подожди, можно? Все-таки. Блять, в смысле нет? Серьезно? То есть ты хочешь сказать, чтобы я двинул сюда, поднялся туда? Здесь, конечно, мне логика не отшибает. Логика алкоголика, да? Так, ладно, подожди. А ну, допустим, разгон. Ага. Называется соси хуйца. Со своего яйца. Так, подожди-ка. Просто вы представляете, сколько проходить, если, допустим, до сохранения не дойти? Это ж пиздец. Так, подожди. Охуенно! А чё делать-то? Там же тупик. Чё за пиздец вопрос? Скажите, пожалуйста. Чё происходит? Подожди. Блять, заебись, ты еще не цепляешься как надо, да? Вообще шикарно. Вот серьезно, он не запрыгивает слегка, вообще слегка не запрыгивает. Чё за хуйня? Чё, я обратно не так зацепился? Пиздец, вот пиздос, отвечаю. Ну давай, двигай своей жопой принцевской. Ебать. Вот почему эта глава такая, сука, муторная? Я отвечаю, я не знаю, знаете, тут можно какие-то забавные истории говорить, пока записываешь. Это пиздец просто. Но, к сожалению, у меня забавных историй нету. Наверное. Не, конечно, можно было в какую-нибудь рассказать историю какой-нибудь прекрасный момент от Нового года. Блядь, ну чё ты как этот, блядь, дед старый. Блядь. Принц, ты, блядь, у него, походу, это, такой же пиздос скучности, как у нас. Да ёпарасы ты, давай уже двигай быстрее шарманку. Блядь, 10 минут осталось, ёбаный в рот. А я хочу до следующего сохранения дойти уже спокойно это. Так, подожди. А там же... Ну, вообще, по логике, сюды. То есть, если думать, что сюды... Так, подожди, а... Там, по-моему, все оборвано. Нафиг. То есть логичный способ — это только сюда. Вот. Потом... Да ёб твою мать. Повернись ты нормально, принц, ебать. Так, подожди. Допустим. Так, стоп. Ну тут единственный вариант до той лестницы раскачаться, да? Ладно. Допустим. В смысле, блядь, ты черт? Выше подняться надо, да? Так, подожди.
Мне кажется, из-за того, что мы низко поднялись. Ну, потому что веревка существует. А это значит, он должен допрыгнуть в любом случае. Да в смысле нет? В смысле нет, блядь? Вы что, блядь, издеваетесь, что ли, надо мной? А куда? Куда, блядь? В смысле? Тут же тупик нахер. Разве нет? Естественно, тут тупик. Подожди, а как-то, куда тогда? Может, я плохо раскачался? А ну-ка, подожди как. Раз, два, раз, два, раз, два. Да в смысле? Нихуя себе не понимаю, что-то вообще, блядь. А куды? Как раскачиваться? Может, реально снизу раскачаться очень хорошо? Давайте попробуем раскачаться. Ну. Вот если сейчас не получится, я охуею, отвечаю. Блядь, наконец-то. Так, подожди. Так, ну, тихо. Все, по-моему, остается сюда, да? По-моему. Так, подожди, а нам песок можно тут собрать, да? Так, ладно. Подожди-ка, а что тут? Ага. Так, подожди, а... Не понял. А как... Ага. Ага. Хорошо, тут мы соберем здоровье, окей. Следующее здоровье соберем, да? Сейчас попробуем до следующего сохранения дойти. Куда дальше-то? Назад? Серьезно? Просто назад? Оу! Слышь, перемотайся, пожалуйста, а? Так, подожди-ка. А куда тогда, если не сюда? Допустим, если не сюда. Блять. В смысле, ты серьезно? А куда туда? А куда туда, серьезно? Подожди-ка. Подожди, ну, а если не сюда, куда тогда? Подожди, это просто... Это просто стенка. Или как? Куда? Я ж ничего сделать не могу. Чё за херня? Подожди. И чё дальше? Куда топать?
Пиздец, как все муторно, а? Вот серьезно, куда? Куда тогда? Чё, блядь, серьезно, что ли? Вы издеваетесь? Я все по новой должен проходить? Серьезно, блядь? Заебись логика, блядь. Заебись логика. Куда? Куда тогда топать? Вопрос, куда тогда топать? Чё, песок, что ли, блядь? Ебать! Вот серьезно, я должен сохраниться только из-за того, что... Что я не знаю, куда продвигаться, блядь. Ну вы серьезно? Ебать, заебись просто. Заебись. А куда дальше, я нихуя не знаю. Реально, чё мы здесь застряли на этой территории, блядь? Ловушки прошли, все прошли, зато давайте же это, блядь. Проебем, короче, весь момент, да? Блядь, это реально мне что, смотреть прохождение чувака, как продвинуться дальше по хуйне? Ну это ж просто вообще пиздец, отвечаю, ребят. Это просто какой-то пиздец. Блять, ёбаный в рот. Ну чё за хуйня? Ну вопрос. Ну чё за хуйня вопрос, а? Блять, пиздец. Просто пиздец. Ну как? Как? Блять. Тупо потратить столько времени для того, чтобы это... Мы ни хрена не продвинулись. Вот серьезно, за все прохождение. Блять, оттолкнись. Мы нихуя не продвинулись. Подземный резервуар. Заебись. Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да я не сомневаюсь, что ты начнешь историю отсюда в следующий раз, принц. Ты, блядь, такой логичный, как капитан этот. Очевидность, блядь. Подземный резервуар 344. Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Блядь, я поздравляю, что ты начнешь историю отсюда в следующий раз, принц. Блять, просто охуеть. Блять, я не знаю, у меня просто слов нету. Мы практически прыгали как обезьяны. В итоге мы нихуя ничего не добились. Почему? А хуй его знает, это охуенный момент просто. Этот резервуар просто заебись. Блять, я... Короче, без слов. Давайте в следующий раз отсюда начнем. Надеюсь... Быстро пройдем эту хуйню, загрузимся, короче, перейдем с того места, куда там надо, блять, ну или приблизительно куда надо. Ну а всем спасибо за внимание, не забывайте про лайки, обязательно ставьте колокольчик, приглашайте друзей, не забывайте про уведомления, дружочек. Ну а с вами был Казуко Фэмили, всем до новых встреч, всем всего хорошего, всем тепла и доброты и уюта, всем пока-пока! Ты хочешь, чтобы я ушел, не закончив свою историю?